памятной акции приняли участие ветераны боевых действий, вооруженных сил, школьники, представители руководства города. День, который дорог для каждого россиянина. В этот день мы говорим слова глубокого уважения, признательности и благодарности ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам и участникам специальной военной операции, воинам-интернационалистам, участникам локальных операций и за пределами нашей страны, и в нашей стране. Конечно, отдаем дань благодарности всем тем, кто сейчас находится на боевом дежурстве. День защитника Отечества – дань уважения всем поколениям воинов, тем, кто служил и служит отчизне, охраняет национальные интересы страны и продолжает ее славные воинские традиции. В этот день хочу пожелать всем исполнения всех желаний, здоровья, счастья и мирного неба над головой. Участники митинга почтили память погибших героев минутой молчания и возложили цветы к вечному огню.